Боевики из группировки Боко Харам примкнули к исламскому государству. Присоединение нигерийских террористов стало крупнейшим за всю историю существования ИГЭ. В рядах объединения больше 6 тысяч радикалов. Аудиозапись с клятвой верности разместили в Твиттере. Как сообщает BBC, ее дает лидер Боко Харам Абукабар Шикау. До этого группировку связывали с Аль-Каидой, и боевики стоят почти за всеми терактами в Нигерии. Последний произошел вчера в результате серии взрывов в городе Майдугури. На северо-востоке страны погибли больше 50 человек, еще около 140 ранены. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Террористы из Боко Харам не жалеют ни женщин, ни детей. За 5 лет существования от их рук погибли больше 13 тысяч человек. Еще 1,5 миллиона мирных жителей Нигерии стали беженцами. По данным американских спецслужб, исламское государство – самая богатая террористическая группировка. В ней состоит около 30 тысяч человек.